Дружный штат сотрудников детского сада номер 60 отметил полувековой юбилей дошкольного учреждения. В торжественной обстановке было озвучено много поздравлений, преподнесены подарки и намечены планы на будущее. На праздничном мероприятии побывала наша съемочная группа. Торжественное мероприятие в честь юбилея детского сада номер 60 началось с теплых встреч работников прошлых лет с нынешними, бывших воспитателей и их повзрослевших воспитанников. По традиции на знаковые праздники детского учреждения приглашают ветеранов организации. Вместе за тобой слежу. Детский сад номер 60 начал свою работу в 1973 году. Нелли Георгиевна была заведующей учреждением с 1994 по 2012 годы. Вспоминает, в работу вкладывали не только душу, но и физический труд. Мы все делали своими руками. Мы мебель делали своими руками, мы шкафы сбивали своими руками, мы капусту солили своими руками по 3-4 бочки. Это раньше разрешалось. Очень вкусная была капуста. Все, кто приходил нас проверять, всегда просили у нас эту капусту попробовать. Побывав на экскурсии по детскому учреждению, ветераны подытожили, по прошествии многих лет детский сад не узнать. Сегодня он соответствует современным стандартам качества. Мы в этом году пережили 3 капремонта. Спасибо городу за средства, которые вложили, потому что мы очень ждали, когда мы заменим эвакуовыходы. Мы наконец-то их заменили. У нас смонтировали новую систему пожарной безопасности. Вот ее на конец декабря. В детском учреждении капитально отремонтировали санузлы, установили новое игровое оборудование на площадках. На втором этаже появился развивающий класс, в котором есть интерактивная система для обучения воспитанников. И интеллектуальное развитие, и лего-конструирование творчества. Сюда не приходят, на английском занимаются. То есть это такой функциональный кабинет. В настоящее время в детском саду воспитываются 256 детей. Это 95% от плановой заполняемости учреждения. Педсостав составляет 19 человек. В целом в организации работают 40 сотрудников. Функционируют 3 группы раннего возраста и 9 дошкольного. Гость мероприятия, депутат по 26-му избирательному округу Сергей Король, отметил, с детским садом номер 60 его связывает многое. В детстве его путь в школу лежал мимо этого учреждения. А дальше, когда стал депутатом, то, естественно, познакомился уже с коллективом, с чудесным, отличный, уютный, очень хороший садик. Сергей Витальевич помог нам, и приобрели мы систему кондиционирования для музыкального зала, потому что проходимая мощность большая, утренники здесь проходят. Спасибо огромное. На день рождения детского учреждения Сергей Витальевич тоже пришел не с пустыми руками. Вручил подарочный сертификат на приобретение камер наружного видеонаблюдения. В планах у руководства дооборудовать групповые ячейки современной мебелью, приобрести новый холодильный шкаф, а если о возвышенном, сохранить неповторимую атмосферу доброжелательности и взаимопомощи сродни семейной, которая царит в детском саду. Дина Наумова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.